Всем привет! Хочу познакомить вас с очередной выставкой в Ирарте «Голос городов». Вот что написано в анонсе к этой выставке. Музей современного искусства Ирарта представляет работы победителей конкурса для непрофессиональных и начинающих художников «Голос городов». Более 100 произведений авторов из разных регионов страны. Видеоарт, трехмерные объекты, цифровая и традиционная живопись. Максимальная свобода самовыражения. Музей Ирарта и ВКонтакте с авторами предложили многочисленной аудитории начинающих художников и художников-любителей поделиться размышлениями о жизни в городе и опубликовать свое видение этой темы. Банальность названия, напоминающая газетный штамп, не помешала получить живой отклик. Художнику свойственно поэтизировать действительность, а обращаясь к повседневному опыту, он, собственно, открывает себе творца. Здесь важно обратить внимание, что городской пейзаж – это всегда изображение человека. Он может быть как автопортретом, так и картиной целого общества с его нравами и настроениями. В экспозиции бодрые деловые небоскребы и пестрый торговый центр соседствуют с элегическими руинами. Этим и хороша большая групповая выставка. Она позволяет посетить сразу несколько десятков городов по всей России и предлагает более сотни маршрутов для прогулки. Вот так написано в анонсе выставки «Голос городов. Музей современного искусства Ирарта». Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Всего хорошего.